Лучший педиатр России работает в Омске. Детским врачом 2016 года назвали участкового 11-й городской поликлиники Анатолия Табакова. В Первомайском округе этого доктора знают, пожалуй, все. На велосипеде он добирается до своих пациентов быстрее скорой помощи. В его видении самый большой участок лечить малышей Анатолию Табакову доверяют уже больше 35 лет, и доктор по праву заслужил всероссийское признание. Ну, это, конечно, награда очень высокая. Она человека окрыляет. Появляется второе дыхание, а второе дыхание мне, я думаю, понадобится, потому что мне работать еще долго я собираюсь, и под поступление кадровых в поликлинику пока что не намечается.